Полное дыхание йогов. Упражнения для профилактики и защиты от инсульта, инфаркта и рака. Вы можете все это испытать на себе. Я это применяю. Итак, в ритме работы сердца вы делаете вдох в течение 8 ударов сердца с сопротивлением. Затем делаете выдох в течение 8 ударов сердца с сопротивлением. Время занятий 8 минут 32 секунды. Какой у меня стандарт? Вы можете проводить его несколько раз в день, в зависимости от того, насколько вы желаете быть здоровым. Сейчас я включу метроном, который бьет в ритме клапанов сердца. Тук-тук – это значит 1 секунда. 8 секунд – вдох, 8 секунд – выдох. При вдохе я буду сжимать ладони и отправлять синюю кровь в легкие. При выдохе буду раскрывать ладони вот так, резко, раз в секунду. И таким образом красная кровь будет из легких поступать в ладони. Итак, начинаем.
полное дыхание йогов, упражнения для профилактики и защиты от инсульта, инфаркта и рака. Вы можете все это испытать на себе. Я это применяю. Итак, в ритме работы сердца вы делаете вдох в течение 8 ударов сердца с сопротивлением. Затем делаете выдох в течение 8 ударов сердца с сопротивлением. Время занятий 8 минут 32 секунды. Какой у меня стандарт? Вы можете проводить его несколько раз в день, в зависимости от того, насколько вы желаете быть здоровым. Сейчас я включу метроном, который бьет в ритме клапанов сердца. Тук-тук – это значит 1 секунда. 8 секунд вдох, 8 секунд выдох. При вдохе я буду сжимать ладони и отправлять синюю кровь в легкие. При выдохе буду раскрывать ладони вот так, резко, раз в секунду. И таким образом красная кровь будет из легких поступать в ладони. Итак, начинаю. Mm-hmm.
Oh.